один из выставочных павильонов. Площадки форума заняли новаторы Ульяновского конструкторского бюро приборостроения. Глазу гостей представили многофункциональный индикатор. Компактный, на первый взгляд, модуль гарантирует пассажирам самолета безопасность, а пилотам – комфорт и точность в управлении железной птицей. В интерфейсе все необходимое – от топографических карт местности до видеоинформации от бортовых систем. Наше изобретение контролирует процессор. И в моменты работы, когда он вдруг, ну не когда, а вдруг случайно произошла ошибка, и на экран выводятся неверные данные, наше вот это изобретение реализовано, оно определяет эту ошибку, выявляет и сообщает об этом пилоту, что этим данным доверять нельзя, в этот момент переключись на резервный прибор. Технологическое ноу-хау уже путешествует по городам России на борту воздушных судов. Подобные разработки – двигатель прогресса. Чтобы он не стоял на месте, правительство области поддерживает изобретателей. Выражается помощь в возможности молодых специалистов получать качественное обучение на площадке ведущих вузов Поволжья, повышать свою квалификацию на промышленных флагманах региона. Таким образом, в Ульяновской области формируется технологический суверенитет. Годом ранее своим указом президент России Владимир Владимирович Путин ясно обозначил для России приоритет развития на следующие десятилетия. Это наука и технологии. К концу третьего десятилетия 21 века Россия должна обладать собственной научной и кадровой базой стратегических и сквозных технологий. Губернатор добавил, подобная база играет ключевую роль в нынешних изменчивых экономических условиях, когда особое значение приобретает конкурентоспособность России на международной арене. Опыт Ульяновской области в этом направлении отметил федеральный центр. Развиваем сотрудничество, реализуем наши трехсторонние соглашения с Минэкономразвития, Роспатентом и регионом. В рамках него проводим ряд мероприятий, реализуем инициативы. Вот и, надеюсь, на Ульяновской земле, собственно, изобретательство будет жить, развиваться, привлекать инвестиции. По коэффициенту изобретательской деятельности Ульяновская область в лидерах. Впереди только Москва, Санкт-Петербург и Томская область. Эксперты отмечают будущее за сотрудничеством региональных вузов и промышленными предприятиями. Я всегда говорю, что у нас в регионе не так много нефти и газа. Может быть, газа и природы и вообще нет. Но у нас самый лучший, самый сильный человеческий интеллектуальный потенциал. Раскрыть тот самый потенциал изобретатели могут на площадках форума. Фестиваль науки и изобретений объединил десятки ученых и исследователей с разных уголков страны. Полученный на площадках опыт в дальнейшем станет новой точкой развития востребованных отраслей региона. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда ТВ.